Привет! Добро пожаловать на следующий эпизод Loremakers «Путеводитель по галактике». Я Адам Визер, автор Cloud Imperium Games в Лос-Анджелесе. Если до этого вы ни разу не видели шоу, это шанс для члена команды по лору лично провести тур, рассказывая о мифах, тайнах, астрономии, которые наполняют систему и появятся в Star Citizen и, возможно, даже в Сквадроне 42. Итак, сегодня мы отправимся в систему, которая известна благодаря многим вещам, но они не совсем такие, какими кажутся на первый взгляд. Сегодня мы отправимся посетить прекрасную систему Немо. Итак, используя карту звездного неба, я просто ввожу в поисковике Немо, и вот мы позволим карте перенести нас прямо туда. И увеличение прямо к звезде системы, которая относится к типу F, главной последовательности. Она белого цвета, как вы можете видеть. Сейчас она больше и ярче, чем Солнце нашей Солнечной системы. Она примерно в 1,31 раза больше и в 2,5 раза ярче. Именно поэтому ее можно видеть здесь белой, в отличие от желтого цвета, с которым она обычно ассоциируется Солнце. Теперь, если мы вернемся обратно, это трехпланетная система, не особо впечатляющая. А вообще-то я сейчас собираюсь сделать шаг назад и показать вам три точки перехода. Существует три точки перехода, соединенные с системой. Поворачиваясь к точкам перехода через небольшую область, просто заполним все. Сейчас очень важно немного вернуться назад и показать вам три точки перехода, которые соединены с системой, которые находятся здесь, Фора, Хейдис, Корал. Очень важно посмотреть на них с этого угла и то, как точки перехода выстраиваются в ряд. На самом деле многое объясняют в том, как системы сходятся вместе. Сейчас, если вы посмотрите официальные записи UE, Немо была открыта в 2634 году, но некоторые оспаривают этот факт и считают, что система была открыта в 2632. Когда я говорю «оспаривать», я не имею в виду «о, возможно, было не так». В действительности это перешло в судебное разбирательство по поводу точной даты открытия Немо, которое имело место в Объединенной Империи Земли. И как это случилось? Как вы можете видеть здесь, система была открыта через Фору. Двигаемся дальше. Система Фора имеет третью планету, которая в это время подверглась терраформированию концерном Tadmor Terraforming. Они терраформировали планету, которая находится здесь, Гиперион, и, если честно, потерпели фиаско. Процесс терраформирования был немного странным и закончился образованием, назовем это, агрессивной атмосферы, которая была подобна образованию большого количества глинистой почвы, которой, как известно, в избытке на этой планете. Эта компания инвестировала огромную сумму денег для того, чтобы сделать Гиперион местом, где у людей появится желание жить, начать бизнес и тому подобное, но неожиданно они потратили большие суммы денег на то, чтобы сделать это место совершенно непригодным для обитания. Одним из агентов по безопасности концерта Tadmor Terraforming в то время был человек, которого звали Дай Хо Чо, и однажды в 2632 году он улетел, используя стандартное топливо, он летал по кругу, пока не достиг системы Фора с внешней стороны, и неожиданно исчез. Его коллеги, начальники, никто не знал точно, где он находился, они начали беспокоиться, организовали совместную поисковую операцию, и вдруг он появился, он вышел на связь, все должны были знать, что с ним все в порядке. Он просто ушел с работы и уехал. В то время работники концерна Tadmor Terraforming совсем не думали
думали об этом, потому что должны были справиться с гораздо более глобальными задачами, которые поджидали их на Гиперионе. Два года спустя они были здесь, и одна новая компания сделала им предложение. Она называлась Nemoco. Представители компании Nemoco просто пришли к ним и сказали: «Эй, мы знаем, у вас есть эти старые платформы для терраформирования, поскольку вы пытались терраформировать Гиперион». Во время переговоров они просто сказали: «Как насчет того, что мы просто купим их у вас по дешевке?» В то время компания пыталась хоть как-то добыть деньги, они хватались за капитал, это действительно была очень серьезная борьба. Они поняли: «Если мы продадим по дешевке эти платформы, для нас это будет хорошая сделка». Такие мысли у них возникли, потому что если вы посмотрите на фору, фора имеет три точки перехода, одна, позвольте настроить чуть-чуть, одна на Банше, вот она, которая была мертвой в то время. Следующая, вторая точка перехода в то время была на Retor. Если обратите внимание на цвет точек перехода, который говорит об их реальных размерах, желтый — огромная, оранжевый — средняя. Это меньшая точка перехода. Платформы для терраформирования огромны, поэтому для компании, пытающейся хоть как-то заработать деньги, передвижение таких платформ — недешевое удовольствие, потому что должны сначала разобрать на части, переместить через точки среднего размера, доставить на ретро или где будут использовать. И они: «Эй, мы можем покрыть эту стоимость, продав их со скидкой компании Nemoco, позволив им самостоятельно перенести их через точку перехода». После того, как сделка была совершена, компания Nemoco просто сказала: «Эй, мы открыли новую точку перехода, которая находится на Флоре и является огромной точкой перехода, ведущей, конечно же, к Nemo». Системе, от которой было заимствовано их название. Теперь Nemo. Многие люди думают, Nemo — это ориентир перехода в водный мир, Ergo, которого мы тоже немного коснемся. Это своего рода навигатор, хотя на самом деле нет. Nemo в действительности анаграмма от основателей Nemoco, Норман, Элис, Мау и Очоа. И, конечно, эта последняя фамилия нам уже известна, потому что она принадлежит Дайхо Очоа. Однажды руководители концерна Tadmor Terraforming сопоставили эти факты и начали думать: подождите минутку, здесь что-то странное. Они подали в суд на Nemoco, утверждая, даже начав об этом спор, что Дайхо Очоа нашел эту точку перехода Nemo, когда работал на них, поэтому этот факт дает им основание на получение прибыли, которая поступает от системы. И это то, с чем компания Nemoco не собиралась соглашаться, поэтому они перенесли дело в суд. И это переросло в большой процесс, закончилось тем, что концерн Tadmor Terraforming должен был доказать, что Дайхо Очоа открыл эту точку в тот роковой день, когда исчез и ушел с работы. Теперь от них требовалось найти Аврору, которую он использовал в то время, найти черный ящик, проверить полетные записи, чтобы понять, могут ли они это доказать. Конечно, Дайхо Очоа к тому времени уже продал свой корабль, понятия не имел, где он находится, утверждая, что должен был продать корабль, чтобы организовать фонды для инвестирования в Nemoco. Корабль не был найден, в конечном счете суд отклонил иск, и Nemoco получили контроль над всей системой и стали ответственны за ее судьбу, в то время как концерн Tadmor Terraforming стал банкротом и впоследствии исчез. И что же было особенно интересным в этой системе, которая привела компанию Nemoco в полный восторг, а концерн Tadmor Terraforming заставила полностью сосредоточиться на этом? Давайте посмотрим, что мы имеем сейчас в системе. Итак, кроме звезд у нас есть Nemo 1. Давайте увеличим вот так. Это каменная протопланета, очень маленькая. Один день на этой планете, замечательный факт, длится 186,7 часов. Именно столько времени требуется, чтобы сделать только один полный оборот. Помогу вам с математикой. На полный оборот потребуется чуть больше 7 дней. И стандартная земная неделя уходит только на один полный оборот. На ней нет ресурсов, хотя был короткий период, когда молодая стартап-компания заверяла, что новая технологически усовершенствованная проба, которую они сделали, доказала, что там все-таки есть ресурсы. Горнодобывающие компании были действительно в восторге от перспективы возможного получения прибыли на этой протопланете.
за исключением компании Microprobe, которая опровергла их теорию. К счастью, все это случилось до того, как кто-то рискнул полететь на эту планету в поисках ценных ресурсов, которых там не было. Нет причин лететь на NEMO-1, если вы хотите там заработать. И теперь, почему же все-таки люди были настолько в восторге от NEMO-1, на которой, возможно, было немного ресурсов? Все из-за NEMO-2, которая, являясь каменной мезопланетой, полна ими. Здесь множество действующих горнодобывающих шахт, и вообще несложно работать, так как NEMO-2 также известно по наличию большого количества метеоритных кратеров, которые являются визитной карточкой всей этой планеты. И метеорные удары довольно опасны, но кратеры оказывают сильное влияние, благодаря им становится легче добраться до ресурсов, которые великое множество на этой планете. Наконец, нам необходимо сделать еще один шаг и отправиться к последней планете в системе, которая называется Эрго. Это океанический мир, здесь прошел процесс терраформирования, поэтому она считается жемчужиной, и это именно та причина, по которой Немока хотели заполучить систему и не собирались ни с кем ею делиться. Когда я говорю «океанический мир», я имею в виду, что здесь нет земных массивов. Если привести пример Земли, Земля имеет много воды на поверхности, 70,8% ее поверхности покрыта водой, но только половина этой цифры земной массы — это действительно вода. Океанические миры имеют в своем составе просто больше воды. Поэтому, когда вы смотрите на этот мир, вы видите, не только вода покрывает всю территорию, это потому, что вода проникает очень и очень глубоко, пока она не сносит с собой горные породы или что-то подобное. Теперь, что же делает эту планету особенной и желанной? Это то, что на ней есть тонны, тонны и тонны запасов нефти. И прежде всего для людей становится непонятно, почему там нет жизни. В океане нет рыбы, здесь нет ни одного места, куда бы вы могли поехать, и нет больше планет, подобной этой. В противном случае вы бы не могли произвести процесс терраформирования на ней, в первую очередь из акта о справедливом шансе. Здесь нет живого. Предполагается, что из-за нефти, однако есть мнение, было время, когда эта планета изобиловала некоторыми формами жизни, потому что там еще не было найдено никаких полезных ископаемых. Вспомните земную кору. Это настоящая порода, которая находится глубоко под водой, которая оказывает огромное давление, что было на руку исследователям для спуска вниз и проведения исследований. Действующая теория в том, что вымирание в какой-то степени за тысячелетия свело нулю все живое, что было на планете, осело на дно и создало карманы нефти, за которыми люди охотятся как ненормальные. Это объясняет тот факт, почему происходил процесс терраформирования и прочно засел на этой планете. Поскольку здесь в основном нет земных массивов в земных зонах и местах, которые вы собираетесь посетить, здесь есть плавающие города. Старые платформы для терраформирования, которые когда-то были построены, мгновенно превратили в дома, места для шопинга и разного рода места гражданского пользования, то же самое со старыми нефтяными кольцами, поэтому некоторым из старых платформ здесь собираются придать более промышленное значение, немножко более, давайте скажем, грубое по краям в определенной степени. И теперь другая вещь, которая известна из-за Немо, вращается на орбите вокруг Эрго, и это знаменитый Space Whale. Футболки по всей вселенной, на которых можно прочитать «Эрго, я распух от слез». Много разных туристических безделушек могут ассоциироваться со Space Whale, который является продолговатым астероидом, вращающимся вокруг этой планеты. Многие поспорят, что он действительно похож на космического кита, и, возможно, какое-то сходство действительно есть. Так или иначе, спустя годы он превратился в ловушку для туристов, мотивирующих людей посетить систему, проверить все самостоятельно. Он так иначе выглядит как кит, но может быть вам решать, когда вы полетите на Эрго с визитом когда-нибудь в будущем. Итак, это наш маленький взгляд на систему Немо, которая имеет три планеты в своей системе.
Надеюсь, вам понравилось путешествие, и да, увидимся в следующий раз на Lore Makers, путеводитель по галактике. Thank you for watching. So if you want to keep up with the latest and greatest in Star Citizen and Squadron 42's development, please follow us on our social media channels. See you soon.